Добрейшее утро, дорогие мои друзья. У нас прям прохладно стало, дождик прошел вообще. Прекрасная новость. Хорошо на уличке. У меня все как обычно. Сейчас пойдем посудомойку разбирать. Вот из-за дождя у меня сонное настроение. Проснулась я давно, но лежала, смотрела, что в мире делается. Все хорошо. Стабильность – залог успеха. Все хорошо. Посмотрела, у меня помидорчики такие маленькие на подоконнике. Клубничка, кустик, который я сеяла, тоже уже подрос. Вообще цветы распустились, потому что вот чуть-чуть попрохладнее стало. В общем, природа ожила, красота. Доброе утро! Пойдемте посудомоечку. А, подождите, какая посудомоечка? Я что-то собрала эти полотенца. Сейчас замочу их в персоле, как обычно. А потому что каждый день полотенца у меня в этой, в кухне. Что делают? Вымазываются. Доброе утро, живота. Как вы поживаете? Она очень сладкая.